Реверсы в технике Blade Brothers предназначены для атаки вооруженной руки противника. Базовый реверс – это не боевое движение, оно используется для того, чтобы понять само движение и откуда берется в этом порезе сила. Делаем следующим образом. Из базовой стойки делаем подшаг и выпрямляем руки, подводя к цели, как на уколе. При этом удар проходит без замаха, и сила в ударе берется за счет работы мышц плечей, плечевого пояса, груди и спины. Для этого нам нужно выдвинуть плечи вперед и свести их перед собой, сохраняя локти направленными вниз. В конце возвращаемся в исходное положение.